Всем привет, с вами мисс Хорс, и сегодня мы распакуем бумажные сюрпризы. Давайте возьмем каждый из коллекции. И так, давайте возьмем лягушку, вот этот пакетик. Кетнипс, коллекция. Давайте возьмем вот этот пакетик. Коллекция Пасха и Плектор сегодня заканчиваем. Коллекция Радуга. Я хочу открыть сегодня вот такой пакетик. Коллекция тетради. Давайте возьмем две штуки. Давайте эту тетрадку и вот этот зелененький. И сегодня для вас я приготовила новую коллекцию. Называется арбузики. Ну да, один арбуз, но я так назвала коллекцию, пока ни у кого не видела. Пока сама придумала. Ну, я сама это придумала, но ни у кого не видела. Давайте возьмем. Какой же взять? Я возьму сегодня пакетик кол. А все пакетики убираем. И вот сегодня столько вот пакетиков на распаковку. Наш каталог. И давайте начнем с Плектора. Сегодня мы его заканчиваем. Не очень-то получилось хорошо. Но, думаю, пойдет. Такой вот Плектор нам попался. Под номером, конечно же, 2. Такой Плектор. И клеем. Вот такая вот коллекция Плектор у меня получилась. Я эту коллекцию тоже придумала сама. Я вам уже говорила, наверное, 100 раз. Вот такая вот коллекция. Больше всего мне нравится вот этот и вот этот. Ну, и все красиво, конечно. Дальше у нас лягушка. Вот самый большой пакетик. И, кстати, вот это похоже на это. Лягушку. И давайте откроем сегодня. Придется так разорвать. Под номером 4 сразу видим. Это сегодня вот такая вот лягушка пьет чай. Теплый чай. Давайте прикроем. Вот такая вот коллекция у нас получается. Тут, конечно, пространство немножко, но... Так получилось. Коллекция Пасха. И вот этот пакетик. И открывается она вот так. Не так хорошо получилось. Давайте откроем. Я сейчас поняла только, что я радуга открыла. Так, где коллекция радуга? Вот это радуга. И здесь нам попалась вот такая вот красивая радуга, которая красится. У нее тут кисточка от туши и помада. Давайте отклеим. И приклеим вот сюда. Так, получается пока. Давайте тогда откроем сейчас коллекцию тетради. И вот наша тетрадка, написано Hello. И давайте отклеим. Я уже здесь, как вы видите, все переставила. Тут это 11, значит, она здесь. Тут 10. Здесь
Здесь у нас пята. Здесь у нас изображен такая вот, короче, красивая тетрадка. Так, и это у нас пятая, и поэтому она здесь. И вот такая вот коллекция у нас получается. Пасха, вот пакетик. Последний и тоже плохо открылся. Это тоже под номером 2, который у нас не закончен. И лектор коллекция тоже под номером 2 нам сегодня попалась. Так, и нам, конечно, под номером... Ой, я не туда. Под номером 2, конечно же. И давайте приклеим вот такое вот пасхальное яйцо. Пасха уже давно закончилась. Потому что сейчас май. Пасха была в апреле. И вот такая вот.